Прокуратура Краснокамского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в районном психоневрологическом интернате «Раздолье». Установлено, что администрация учреждения после установления пациентам инвалидности не направляла их на медико-социальную экспертизу. В результате граждане, страдающие психическими заболеваниями, остались без индивидуальной программы реабилитации, которая включает медицинские процедуры и технические средства, необходимые для ведения полноценной жизни. В связи с этим прокуратура района в судебном порядке обязала руководство интерната устранить нарушение законодательства. В настоящее время 18 лиц с ограниченными возможностями получили соответствующий документ. Во всех необходимых случаях гражданам выданы медицинские изделия.